Вы когда-нибудь думали, что можно сделать для того, чтобы сохранить молодость и здоровье? Современная наука пришла к выводу, что правильное питание – один из основополагающих факторов для поддержания здоровья в период возрастных изменений. Мы с уверенностью можем говорить о том, что компонентный состав одного из наших основных продуктов – Wellness Pack – препятствует преждевременному старению. Астаксантин – ключевой ингредиент Wellness Pack – заинтересовал ученых еще 25 лет назад. История Wellness Pack началась в городе Уппсала, где находится старейший в Швеции университет. Именно здесь, начиная с 15 века, проводятся передовые научные исследования, и университет гордится своими 8 нобелевскими лауреатами. Аки Лигнелл, некогда занимавшийся научными исследованиями в университете Уппсала, был одним из первых ученых, продемонстрировавших исключительные свойства астаксантина. В 1988 году ученые университета Уппсала заинтересовались астаксантином. Мы выяснили, что водоросли, растущие у берегов Стокгольмского архипелага, синтезируют астаксантин. Здесь, у Стокгольмского архипелага, астаксантин можно найти в естественной среде в водоросли Гематококус плювиалис. Стокгольмский архипелаг поражает красотой своей природы и кристально чистой водой. В 2010 году он получил почетное звание «Зеленая столица Европы». В природе эта водоросль имеет зеленую окраску. При изменении условий обитания, например, активном солнечном излучении или недостатке питательных веществ, водоросль начинает выделять огромное количество астаксантина, которое защищает клетки от окисления. По мере того, как астаксантина становится больше, водоросль меняет свой цвет с зеленого на красный. Этот поступательный процесс позволяет водоросли находиться в спящем состоянии до тех пор, пока условия вновь не станут благоприятными. Для ученых этот процесс стал поистине уникальным для изучения, а интерес к астаксантину вырос в геометрической прогрессии. Первые клинические испытания начались в начале 90-х, и с тех пор была проведена масштабная исследовательская работа. Результаты показали, что астаксантин воздействует на клетки человека так же эффективно, как и на водоросли. Преждевременное старение. Эта тема трудная для понимания. Спросим нашего специалиста по питанию Бурчик Ульмер, какие факторы влияют на ускорение процесса старения. Многие люди не осознают того, что воздействие свободных радикалов и воспалительные процессы постоянно происходят в нашем организме. К тому же негативно сказывается переизбыток калорий и большое количество сахара и жиров. Что же касается нашего образа жизни, здесь факторами риска является стресс, курение и лишний вес. Уровень окисления и воспаления можно измерить на основе анализа крови. Исследования показали, что астаксантин способен значительно улучшить эти показатели благодаря своей уникальной структуре. Высокий уровень окисления и наличие большого количества свободных радикалов в организме могут стать причиной разрушения клеток. Это ускоряет процесс старения. Астаксантин, проникая в ткани и клетки кожи, образует защитный щит. Астаксантин, в отличие от других антиоксидантов, имеет уникальную структуру, которая нейтрализует действие свободных радикалов как во внутреннем, так и во внешнем слое клеточной мембраны. Ученые во всем мире постоянно открывают новые полезные свойства астаксантина. Так, под руководством японского ученого Ямашита было проведено слепое исследование. Одна группа женщин принимала астаксантин, другая — плацебо. По условиям эксперимента ни участники, ни ученые не знали, какой группе давали астаксантин. Женщины, принимавшие астаксантин, заметили, что кожа стала более упругой, а морщины разгладились. Шведские ученые Мальмстен и Лигнелл провели двойное слепое исследование. Одна группа мужчин в течение 6 месяцев принимала пищевые добавки с астаксантином, другая — плацебо. У первой группы выносливость повысилась в 3 раза по сравнению с другими участниками. Именно поэтому ведущие спортсмены используют астаксантин для поддержания формы. В ходе двойного слепого исследования группе молодых женщин давали по 2 миллиграмма астаксантина в день в течение 8 недель. Вторая группа принимала плацебо. Было выявлено, что астаксантин способствовал ослаблению воспалительных и окислительных процессов в организме и повышению иммунитета. Ученые всего мира все еще продолжают исследовать свойства астаксантина. На сегодняшний день в США, Японии и Швеции опубликовано более 400 научных статей на эту тему. В ходе исследований сравнили астаксантин с другими известными антиоксидантами. Результаты показали, что антиоксидантные свойства астаксантина гораздо сильнее, чем у катехинов зеленого чая, коэнзима Q10 и обычного витамина Е. Теперь мы знаем, что представляет собой основной ингредиент Wellness Pack — астаксантин.
Но в состав Wellness Pack также входят и другие важные компоненты. В каждом пакетике есть омега-3 из натуральных источников. Почему же разработчики Wellness добавили этот компонент? Согласно исследованиям, проведенным Европейским агентством по безопасности продуктов питания, незаменимые жирные кислоты ряда омега-3, в число которых входят эйкозапентаеновая и докозагексаеновая кислоты, обладают полезными свойствами и благоприятно воздействуют на сердечно-сосудистую систему. Заболевания сердечно-сосудистой системы являются основной причиной смертности во всем мире, поэтому крайне важно принимать омега-3, чтобы снизить риск их возникновения. В чем особенности рыбьего жира, содержащегося в омега-3? Рыбий жир для комплекса омега-3 получают из мелкой глубоководной рыбы. Его уровень токсичности значительно ниже по сравнению с жиром хищной рыбы. В процессе производства он проходит очистку и молекулярную дистилляцию и защищен от окисления. Оболочка капсулы производится из рыбьего желатина, а не из свиного или бычьего, как делают некоторые другие изготовители. И, наконец, рыбий жир в составе комплекса омега-3 сертифицирован и одобрен Всемирной организацией по охране природы Friend of the Sea. В пакетике Wellness Pack также содержится одна таблетка комплекса «Мультивитамины и минералы». Мультивитамины и минералы необходимо принимать, чтобы обеспечить организму суточную норму полезных веществ. Нехватка некоторых из них значительно увеличивает риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы, онкологических заболеваний и других хронических болезней. Гарвардская школа общественного здравоохранения рекомендует большинству взрослых людей ежедневно принимать пищевые добавки, содержащие суточную норму мультивитаминов и минералов, чтобы снизить риск заболевания. В чем преимущество комплекса «Мультивитамины и минералы»? Многие мультивитамины на рынке универсальны, а наши разработаны с учетом ежедневных потребностей как мужского, так и женского организма. Продукция других производителей зачастую универсальна, в то время как комплекс мультивитамины и минералы в составе Wellness Pack предназначен отдельно для мужчин и отдельно для женщин. Продукция других компаний часто представляет собой набор из нескольких витаминов и минералов. Одна таблетка мультивитамины и минералы в Wellness Pack — это комплекс из 12 витаминов и 10 минералов. В одной таблетке комплекса мультивитамины и минералы содержится оптимальная суточная дозировка полезных веществ, поэтому употреблять по одной таблетке каждый день абсолютно безопасно. Wellness Pack — это сочетание необходимых питательных веществ и мощных антиоксидантов. Специалисты по питанию утверждают, что полезные вещества, получаемые организмом в комплексе, гораздо полезнее. Wellness Pack идеально справляется с этой задачей, укрепляя иммунитет и предотвращая возникновение сердечно-сосудистых заболеваний. Клинически подтверждено, что Wellness Pack оказывает положительное влияние на состояние здоровья. Кожа. Повышается уровень увлажненности и эластичность кожи. Уменьшается негативное влияние ультрафиолета, сокращаются морщины. Иммунная система. Улучшается сопротивляемость организма, замедляются воспалительные процессы. Сердце. Улучшается состояние, нормализуется уровень холестерина. Мышцы и суставы. Повышается выносливость, улучшается физическое состояние, снимаются мышечные боли после физической нагрузки и замедляются воспалительные процессы. Зрение. Усиливается защита от ультрафиолетовых лучей, снимается чувство усталости глаз. Жизненный тонус. Снижается усталость и утомляемость. Все эти свойства может обеспечить только самый высококачественный продукт. Что касается продукции Wellness, мы придаем первостепенное значение качеству. Мы обеспечиваем высочайшее качество на каждом этапе производства, и поэтому можем гарантировать, что все продукты сохраняют свои уникальные свойства. Наши предприятия соответствуют высочайшим стандартам производства GMP. Это означает, что продукция Wellness производится по стандартам качества фармацевтических препаратов. Одним из ключевых моментов процесса управления качеством является жесткий контроль производственного процесса, что подразумевает высокий уровень контроля гигиены и условий производства. Как фармацевт, я с уверенностью могу говорить о том, что вся продукция Wellness выпускается согласно высочайшим стандартам качества и с применением новейших технологий производства. Вся продукция Wellness тестируется и подвергается анализу, поэтому мы можем гарантировать, что на протяжении всего срока годности продукта его компоненты остаются на оптимальных уровнях эффективности. Документы и образцы продукции рассылаются для контроля качества в соответствующие государственные инстанции более 40 рынков, где реализуется Wellness. С момента появления Wellness мы говорим о том, что ваше здоровье и прекрасное самочувствие в большей степени зависит от вас самих. И немаловажную роль здесь играет образ жизни и сбалансированное питание.
Вот уже сотни тысяч потребителей Wellness каждый день делают правильный выбор, регулярно принимая пакетик Wellness Pack. Несомненно, это отличное начало долгой, здоровой жизни.